Тепловые войны в нашем регионе начались около 2 лет назад. Управляющая компания ТСЖ воюет с поставщиком тепла Пермской сетевой компании. За это время было создано 3 судебных прецедента. История первая. НДС. В 2011 году в суды посыпались заявления от управляющих компаний и ТСЖ о том, что ПСК незаконно взимает с них 18% НДС за тепло. На процессах интересы управляющих организаций часто представляли наемные юристы. И, конечно, делали они это не бесплатно. Нам удалось обнаружить любопытный документ, который хорошо иллюстрирует эти отношения. В качестве оплаты за юридическое сопровождение ТСЖ в случае выигрыша дела в суде обязуется выплатить юридической компании 50% от суммы возврата. Странная щедрость. Если вся эта сумма по закону должна быть возвращена собственникам жилья. Мы встретились с этой командой. Они сказали, вот показали нам решение суда. Положительное. Ко мне еще до этого никто не обращался с этим вопросом, но этот вопрос был назревал, он был насущный, потому что тарифы завышенные. И началась борьба эта по всему городу с завышенным тарифом на 18%. И 50%, почему тогда было 50% это возникло? Потому что не было другого, ничего. Правда, в этом конкретном случае дело в суде выиграть не удалось. И деньги юристам, если верить председателю ТСЖ, выплачивать не стали. Но так было не везде. По словам того же председателя ТСЖ, многим посредникам все-таки удалось погреть руки на теме НДС, причем независимо от результатов суда. Ну а звонки были жалобы. Просто заключали договоры с юристами и сразу же платили деньги. Вот именно, они вообще потеряли деньги, да, они потеряли, а мы не копейки. Деньги. Другие платили? Да, а мы нет. То есть были варианты, когда с юристами заключали? Да, заключали там, знаете, сколько мошенников там появилось? Там сумма вознаграждения была определена. Во! И в результате как бы проплатили авансы, допустим. В ноябре 2011 года Пленум Верховного арбитражного суда поставил точку в этой истории. Служители Фемиды постановили, что все счета, которые теплоснабжающая организация выставляла населению, обоснованы. Но до этого решения части ТСЖ и управляющих компаний удалось выиграть дела в суде. И решение этих судов ПСК исполнило. В том или ином виде управляющим организациям вернулись более 250 миллионов рублей. В некоторых случаях эти деньги, как и положено, вернулись населению. Татьяна Сергеевна, вот скажите, пожалуйста, вы выиграли суд по НДС у ПСК. Около 700... 777 тысяч. Да, а скажите, вы пересчет произвели жильцам? Мы выплатили все жильцам. Выплатили все жильцам? Да. А как? Погасили коммунальные платежи. Кому хватило этой суммы на месяц, кому на полтора, потому что мы отсудили за 2008-2011 год. Кто-то больше проживал за этот период, кто-то полностью проживал, кто-то совсем недавно въехал. То есть мы рассчитывали жильцов, соответственно, тому периоду, что они проживали. В этом ТСЖ поступили по закону, то есть провели общее собрание собственников и на нем решили, как потратить поступившую от Пермской сетевой компании сумму. Но есть и другие случаи. Ваша управляющая компания, она получила перерасчет по НДС порядка 25 миллионов рублей. Вам пересчитывали деньги потом за тепло? Нет, ничего нам не пересчитывали. Почему перерасчет не был произведен, мы спросили у директора управляющей компании, в чем ведении находится этот дом. А в 2011 году вы у ПСК выиграли в суде по НДС и получили 25 с небольшим миллионов. А далее они, естественно, распределились из жителей, да? Вы их вернули? По НДС вы имеете в виду возврат? Да. Излишне начисленную сумму? Да. Единственное дело... Нет, мы подавали заявление, но заявление в суд. Вот тогда... $25 миллионов точно не было. А сколько было? Я сейчас не могу сказать. А с жителем-то вернули? Пересчитали? Жителям мы, естественно, в бюджет минуса включили.
ни один сегодня не вспомнил. Кто именно? Ни из жителей, ни один не вспомнил, что вы минуса что-то включили. Ну, я не знаю, с кем из жителей вы общались. Мы отчетность предоставляем старшим по домам. А по МДСу, ну, что касается возврата, Пермская сетевая компания никаких возвратов на самом деле не делала. Они, как сказать, была масса судебных дел о том, что тариф не должен включать МДС. Мы тоже подали соответствующие исковые претензии, но к тому моменту уже Верховный суд вынес однозначное решение, что никаких возвратов быть не должно, так как там денежные средства оплачены в бюджет. Ну, собственно говоря, все. То есть вы утверждаете, что 25 миллионов не получали? Естественно, мы их не получали. И поставщик тепловой энергии никогда возврат денежных средств не делает. 25 миллионов, о которых идет речь, это управляющая компания УПСК на самом деле отсудила. А вот возврата действительно не было, поскольку эти деньги пошли в зачет долга теплоснабжающей организации. В результате прохождения 6 судебных процессов было скорректировано общий объем начисления от нашей компании на 25 миллионов рублей. При этом скорректированы были по всем имеющимся поводам. То есть это дело по НДС и это отсутствие тарифов на ГВС. На текущий момент долг компании снижен на 25 миллионов и, соответственно, расчетные документы, являющиеся требованиями к этой компании, меньше на 25 миллионов, чем было на начало 2011 года. Но откуда взялся такой солидный долг, если жильцы все время платили своей управляющей компании в полном объеме? И теоретически эти 25 миллионов должны быть на счету организации и должны быть возвращены жильцам. Но этого, если верить последним, не произошло. Где эти деньги? Вопрос остается открытым. История вторая, на наш взгляд, совсем абсурдная. С 2012 года тариф на горячее водоснабжение должно было установить правительство региона. Но по каким-то причинам это утверждение затянулось. Это позволило ряду управляющих организаций утверждать в судах, что тариф в этом случае равен нулю. Но при этом в квитанциях на оплату коммунальных услуг стояли вполне конкретные суммы, то есть население платило. Возникновение темы отсутствия тарифов и нормативов на ГВС, она тоже держалась где-то порядка 3 месяцев. Потом суд принял решение, что взыскивать долги можно путем доказательств в части компенсации затрат. Ну, фактически понесенных энергоснабжающей организацией при приготовлении поставки воды в жилые дома. Вот. Осложнено тем, что мы свои деньги получаем через 8-12 месяцев, ну, потому что 3 инстанции, то есть тяжелая такая методика доказательств, и поэтому где-то около года компания безнаказанно может пользоваться собранными деньгами. История третья. 29 апреля этого года арбитражный суд Пермского края признал недействительным постановление региональной энергетической комиссии, утвердившей тариф на тепло на второе полугодие 2012 года. Любопытно, что инициатором этого решения выступила ассоциация ТСЖ «Пермский стандарт», ряд членов которой не оплачивает услуги ПСК именно потому, что они находятся в судебном споре с этой организацией. Мы спросили, так ли это у одного из организаторов и идейных вдохновителей ассоциации Александра Зотина. В начале наличие долга у членов ассоциации он отрицал. С тепловиками у меня очень простые по отношению. Они жульничают, а я вывожу их на чистую воду с помощью пермских ТЖ и ассоциации ТЖ «Пермский стандарт». Отношения это очень прозрачно. Насколько я сейчас понимаю, фактически все ТСЖ, которые входят в эту ассоциацию, сегодня являются должниками? Нет, конечно. В смысле как? Вот так нет. Но это неправда. Но после того, как Александру Зотину было предъявлено заявление ПСК в прокуратуру края, его показания поменялись. Это заявление достаточно недавно поступило в прокуратуру. Я, правда, с ним не знаком, но я о нем слышал. Значит, вы утверждаете, что эти цифры все ложь?
Я утверждаю, что я не могу сейчас проверить эти цифры, но я вижу здесь позиции 10, в то время как товарищи собственников жилья, поддержавших процесс, 50. Это к вопросу о всех. А как вот сейчас я буду эти цифры проверять, это большой вопрос. Ну, попытаемся проверить на самом деле. Размер задолженности на 30.04.2013. То есть это уже не актуальная цифра. Правильно? Правильно. Ну, потому что сейчас не 30.04.2013. Во-вторых, то, что пермская сетевая компания называет задолженностями, зачастую является просто ошибочными жульническими начислениями. Допустим и это, но решения судов говорят об обратном. Так, по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью пермская сетевая компания, арбитражный суд Пермского края постановил взыскать с ТСЖ «Комсомольский проспект 86» задолженность за поставленную тепловую энергию в размере 2,7 миллиона рублей. Это ТСЖ входит в вышеназванную ассоциацию. Согласно материалам дела, долг данного ТСЖ был сформирован в период с 1 января 2010 по 31 мая 2012 года. При этом порядка 407 тысяч рублей от суммы, определенной судом к выплате, составляют проценты за незаконное пользование денежными средствами, собранными с населения в качестве оплаты за услуги отопления и горячего водоснабжения и предназначенными для ресурсоснабжающей организации. И откуда правление ТСЖ возьмет эти деньги? Вероятнее всего, с тех же жильцов, которые в свое время, пока шел суд, продолжали платить по ошибочно жульническим начислениям. И таких управляющих организаций, которые собирают деньги жильцов, но не платят их той же ПСК, находясь с ней в судебных тяжбах, в Перми хватает. Сейчас общий объем долга управляющей компании ТСЖ сколько составляет? 4,7 миллиарда рублей. Сумма, так скажем, прецедентная, такого никогда не было. Даже по сравнению с прошлым годом рост задолженности произошел как раз на 900 миллионов рублей. Вот если ориентироваться по каким причинам, то есть понятно, что из 900 миллионов рублей, в общем-то, так расчетно понимаем, сколько население Перми платит, ну, сложившаяся ситуация, ну, порядка 300 миллионов это недополучили непосредственно самого населения. Ну, это злостные плательщики по разным причинам, в общем, не хотят они платить. Вот, но тогда вопрос, откуда взялось-то 600 миллионов? Ответ, как нам кажется, уже более чем очевиден. Пока суд до дела, деньги в лучшем случае копятся на счетах управляющих организаций. Зачем им это? А тут уж кто во что гораст. Кто заставляет эти деньги работать, как говорят финансисты, отдавая их под проценты или прокручивая еще каким-то образом, что по закону управляющим организациям запрещено. А кто-то вообще банально ворует. В настоящее время в производстве у полицейских находится несколько уголовных дел по подобным злоупотреблениям. То есть, как минимум, в ряде случаев управляющие организации, якобы ратующие за интересы жильцов, на самом деле действуют им во вред. Вот в чем суть дела.